Часто мы воспринимаем себя не такими, какими являемся. Этот тест поможет узнать, что вы представляете из себя на самом деле. Ну а прежде чем начать, не забудьте подписаться на мой канал. Также нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Итак, давайте же скорее узнаем, к какому типу девушек относитесь вы. Я задам вам 8 вопросов. Отвечайте быстро, не задумываясь. Возле каждого ответа вы увидите баллы, которые нужно будет сложить, чтобы получить свой результат. Вопрос номер 1. Какой образ вам нравится больше всего? Вопрос номер 2. А какую прическу вы бы предпочли? Вопрос номер 3. Как начинается ваше утро? Четвертый вопрос. Выберите аксессуар. Пятый вопрос. Выберите ваш любимый цвет. Вопрос номер 6. Какое у вас хобби? Седьмой вопрос. Выберите дом, в котором вы бы предпочли жить. Вопрос номер 8. Какой напиток вам нравится больше всего? Ну а теперь посчитайте свои баллы. Если вы набрали от 0 до 5 баллов, то вы девушка-борец. Вы обладаете повышенным чувством справедливости, независимостью и тягой к свободе. Вы умеете отстаивать свои интересы и способны противостоять ударам судьбы. Ваши близкие чувствуют себя рядом с вами под надежной защитой. У них появляется ощущение безопасности, пропадают все страхи и тревоги. Если вы набрали от 6 до 24 баллов, то вы независимая женщина. Вы умны и самодостаточны, вам никогда не бывает скучно, у вас множество интересов и вы всегда можете найти, чем занять ум, руки и сердце. Ваши близкие рядом с вами ощущают интеллектуальный подъем, ваше присутствие настраивает их на позитивный лад и дарит им дополнительную энергию. Если вы набрали от 24 до 32 баллов, то вы девушка-неженка. Вы наверняка любите цветы, романтику, мелодрамы и поцелуи под дождем. Вы очень мечтательны и наивны, но именно за это вас и любят друзья и близкие. Если вы набрали от 33 до 48 баллов, то вы девушка-анархист. Ваш любимый цвет черный, любимое время года – осень, любимая музыка – только тяжелая. Вы любите серое небо и дождливые дни, а еще вам наплевать на какие-либо правила.
Если вы набрали от 49 до 56 баллов, то вы девушка-творец. Вам присуща оригинальность мышления, вы обладаете неиссякаемой креативностью, излучаете позитив и просто фонтанируете творческими идеями. Рядом с вами люди испытывают душевный подъем и заряжаются энергией. Вы неосознанно пробуждаете в них творческие способности, желание творить, созидать, попробовать свои силы в необычной области. А какой тип девушки получился у вас? И похожи ли результаты на то, что есть на самом деле? Обязательно напишите в комментариях, мне будет интересно это узнать. Ну а у меня все на сегодня. Желаю всем удачи. Пока-пока.